Новый сквер в селе. Уже осенью жители Турмышей и Янтиковского района будут встречаться на современной площадке. Сейчас ее строят по программе «Комфортная городская среда». Как работает эта программа для села, расскажет Ирина Волкова. Изначально здесь было, сидели, росли деревья. Мы все эти деревья вырубили, корни вытаскивали трактором, экскаватором, все. Потом после этого нехватка земли, таскали, возили землю. Площадь готовят к укладке брусчатки. Это будет современный сквер со скамейками для отдыха взрослых, игровой площадкой для малышей и уличными спортивными тренажерами для приверженцев здорового образа жизни. В школе 160, около 160 детей, в детском садике 80 детей и молодежь до 35 лет. Половина населения у нас молодежи. И очень активная молодежь, любит заниматься спортом. Поэтому мы решили здесь тоже установить тренажерные, уличные тренажеры. Здесь тем более стадион, где наши ребята играют в футбол. Больше 1000 жителей. Именно такое условие в программе, по которой финансируются работы. Называется она «Комфортная городская среда», но может помогать благоустраивать села. В Янтиковском районе средства получили уже 2 населенных пункта. В прошлом году в селе Янтиково, это по улице Кооперативной 20-22, мы дворовой территории благоустроили, тротуары сделали, детскую площадку на сумму около 4 миллионов рублей. На этот год в селе Турмыши, это Турмышское сельское поселение. В 2020-м планируют обустраивать Иншихово-Нарвашин, готовят проект и документы. А жители Турмышей уже осенью отметят День народного единства в новом сквере. Строительство сквера очень кстати. У нас проводят разные мероприятия, праздники. И со стороны будет виднеться очень красиво. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика.